Всем привет, продолжаем. Ой, что несу? Уже по привычке. Короче, позавчера вышло дополнение. Новое дополнение, которое я очень долго ждал. Сейчас я скажу, как оно называется. 2 дня назад вышло. Вот. Харлей линия, Гранд Центральный терминал, Норт Вейт Плейнс, Роуд... Роуд Эд Уан. Вот. Что входит в нем? 40 километров маршрут между вокзалом Гранд Централ Терминал и станцией Норт Уэйт Плейс. По обзорам 25 положительных. Один русский рекомендует. Ставит лайк. Вот. Потом заходим в все языки. Американцы, европейцы, даже азиаты рекомендуют эту игру. Вот. Поэтому я тоже рекомендую эту игру. Спасибо разработчикам, что поддерживают данный проект. Развиваете эту игру. Вы молодцы. Но ваш минус, люди, мои уважаемые разработчики, мои любимые, ваш минус, вы не развиваете другие страны. Начнем с Франции. Вы Францию добавили, только скорострельный поезд. Быстрый, да? Вот. Ну, мы хотим увидеть товарный поезд. Французский товарный поезд. Как он вообще выглядит и сколько вагонов они перевозят в реальной жизни. Бельгию. Ту же самую. Германия есть. Эту. Португалию, к примеру, да? Италию. Итальянские поезда мы тоже хотим увидеть. Румынию ту же самую, да? Вот. Хорошо. Вы хотя бы продвигайте по другим странам. Вы успеете там другие, там Британию, там, да, свою улучшить там. Мы просто все игроки, которые играют в ваш проект, в вашу игру, мы же хотим это видеть на свете другие страны. Россию ту же самую. Почему бы и нет? Японию, Китай. Эти страны тоже почему вы не развиваете? Вы стали на одном месте, уже прошло 1.5 года, и вы выпустили. Вот, через 6 дней будет только Швейцария. Я на Швейцарии еще ни разу не был, к примеру. Ладно. Вам все равно плюс. Вы молодцы, стараетесь. Поехали. Продолжим путешествие. Вернее, загрузить. 60 минут идет данный ролик. Ну, мы хотя бы сделаем полчаса. Карта прогружает, видеокарта. Нихера себе. Что по интерфейсу-то, да? Этого-то у меня не было, нахуй нужен. Так, наверное, это знаешь что? До стрелок называется, да? А, до стрелок? Да. Значит, задание надо, видимо, специально так. Задание, значение следующего сигнала. Да, вот это включить. Имени. Сюда. Американская подземка, ёпта. Спасибо, опять же. Свой канал он сортивает. А как не гнать-то, блядь? Если 16 уже запущено. Что-то по приборам, нахуй.
нейтралки еду. Давно не играл, просто подзабылось. Ну сейчас подрачиться. Господи, блядь. Кто так придумывает, блядь? Американцы, ёпта. Как тут можно 16 км ехать? Блядь, я ещё дворники включил. Ёпта твою мать, блядь. Включить-то нахуй. В натуре как я теперь включу, блядь. Ура! До 40 можно. Я ж не американец, блядь. Там у нас в России другие эти, блядь, счёты, блядь, единицы. Красота-то, блядь, молодцы, спасибо за игру, блядь, молодцы, разработчики, блядь, это охуенно, нахуй, блядь. А, сука, как нужно, охуенно, а!
Вы только гляньте на это, ёбаный в рот! Какая же тут охуенность, блядь! А, красота-то какая, блядь! Блин. Так ставит вот так вот на... Не понимаю, почему. Тормози, 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 тормози. Просто профессионал, блядь, нахуй, своего урода, нахуй. Право. Нахуй ты этот хрень, блядь. Что искать, нахуй? Кое-что, блять, это плохо дело, конечно. На ту сторону никак не перебраться. Хотя не, я знаю способ. Хорошо, а как обратно? А, я понял. Подожду. Что, нет, что ли? Она должна быть всегда. Даже крючок будет не имеет. Я за крюк нахуй сделать. Сам печь, блядь. Нихуя может походить. Круто. Скоро будет как в GTA, блядь, нахуй. Управление грузовиками, блядь. Ты что, ты дурак, что ли, блядь? Закрыть все. Полторы мили. Много.
должно быть зеленка, блядь. Ничего-то тут намутили. Подождите. Вот это включить, блядь. Ты не то выключил, Макс. Да потому что следующего сигнала должна быть зелененькая, а вот это вот, наверное, выключено должно быть. Вот. Так вот как должно быть. Вот, блядь. Я сижу, думаю, что такое надо. Потому что, блядь, если красный стоит, я могу не увидеть это, но... Хотя в жизни это предупреждается. Мы же играем, у нас же симулятор как бы жизни. Ты же в жизни так тянешь. Ты же в жизни будешь тоже этому знать, что у тебя следующий там путь, у тебя в красный, блядь. Тебе еще диспетчер об этом скажет. Тут-то нам этого не говорят, но... Тут-то нам, тут у нас это просто симулятор. Охуенно, блядь, просто охуенительно, блядь, на. Так, слева, да, у нас получается. Чё, всё, что ли? Бать народу нахуй. Так, мужик, не мешай. Квест час тут. Ну, полчаса сделаем. Нам надо для обзора. Стоянку между рейсами, поэтому нам придется заменить конечную операцию на вокзал Гранд Централ Терминал. Погоди. Ой, да сейчас.
Тактика. Excuse me. Так, 5 километров, да, получается? Правильно считается. 5 миль, это сколько там?
Вот ядра поставить, да? Примерно, блядь. Ладно. Метрически попробуем. Ладно, все, Цельсия, это понятно. Есть Фаренгейт, есть Цельсия, это наш. Масштаб. Во! Во! Надо.
Христос воскрес. Сука, не доехал, блядь. Отвлекаются со всех сторон, да. Я, блядь, если у тебя перхоть будет, блядь, приходится переплачивать. Хуя стоит Шендер Шоттер с 1000 рублей, блядь, чё, ёбнулись, что ли, блядь, ну совсем, что ли, нахуй. Блядь, я вот еду, сука, на сконе, я не хуй, блядь, больше скорости. Совсем нахуй дороговато, какой-то шампунь 1000 рублей, блядь. Он столько нахуй не стоит, блядь. Шампунь не стоит 1000 рублей, ёб твою мать, блядь. Получается сколько? 80 долларов, что ли? Не, не 80, 70 получается, может, не, 7000 получается. 90, что ли? Короче, 100 баксов, в районе 100 баксов, да? Ебать, 100 баксов нахуй за шампунь. Смотри, 100 баксов умножай на 10. $100 умножаешь на 100, 10 на 10 у нас 100, да? То же самое, 100 на 100, 1000 будет, блядь. Правильно? Правильно же. Все наверно. Вот. Чтобы, блядь, подтвердить мои данные, сейчас калькулятор возьму.
100 баксов, да, умножаем по 100, нахуй. Ой, блядь, нихуя я наебался, нахуй. Ух, блядь, ебать, я ебан, блядь. Ебать, я великий матек, на матек, блядь. Лучше бы я не поднял, лучше бы я это не говорил. Пиздец, нахуй. Короче, 10 баксов, нахуй, получается, да? Умножаем на 100, блядь. Да. 10 долларов, нахуй, стоит, блядь. 10, сука. Мне кажется, нам не туда ехать. Да? А что тут, стрелки? А тут нет стрелок. Держу курс. Ну-ка, тормозни-ка. Камера, куда его? Смотри. Карта. 9. Стрелок нету, я не могу стрелками. Видишь, стрелок нет. Так, это вот как. Нихуя, блядь. И все. Что, все, что ли? Получается, весь раунд, нахуй, блядь. Ну, давай доедем. Так я что и хочу. Ебать, великий матек, нахуй, сука, блядь. Нахуй я это сказал, нахуй. Сука, опозорился, нахуй. Сука, 100 ба... Это я, блядь, шампунь 10 тысяч рублей стоит. Это совсем, ебать. Бля, ляпнул, не подумал, нахуй. Просто 10 на 10, 1100 сотка будет, я еще и подумал, блядь. Если 1100 на 100 будет 1000, блядь. Наебался, когда я сам себя наебал. Вот, блядь, как завтра я это скажу. Рублей, сука, я нахуй, блядь. Что ты будешь от меня? Нахуй, ты будешь от меня. Запись стрима за 40 минут. Бля, я так и думал, что было 26, пока доехал, все то. Ну, как раз. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я ушел. Все.